Руководители предприятий готовятся к яркому событию в мире бизнеса – к форуму, сделанному в Ульяновской области. Он пройдет 15 апреля, но деловые ульяновцы решили встретиться заранее. На повестке дня – импортозамещение. Санкции, подорожание материалов. В этом году случилось немало неприятных сюрпризов для индустриалов. Одна из местных фабрик по пошиву женской одежды держится на плаву. Деловые костюмы, платья и блузки отшиваются в тех же объемах, что и раньше. Однако вскоре необходимо будет найти альтернативных поставщиков фурнитуры. Заказывать в Турции сейчас невыгодно. Есть еще один вариант – выпускать все необходимое для пошива одежды самим. С фурнитурой, конечно, есть определенные сложности, но тем не менее, я думаю, что сейчас вот стало тоже замечать, очень многие кинулись что-то там, да, предпринимать, производить и так далее. То есть определенная... Пока нет конкуренции, к сожалению, в этой сфере, да, что на самом деле, наверное, должно подтолкнуть многих предпринимателей там и тоже Ульяновской области занять эту нишу, потому что на самом деле сейчас самое то время, когда вот мы проводили последнее совещание Ассоциации легкой промышленности, я сама лично подтолкнула нескольких предпринимателей, я говорю, вы понимаете, это гораздо проще, быстрее, оборачиваемее производить фурнитуру. На форуме, сделанном в Ульяновской области, предприниматели представят свою продукцию и заведут полезные деловые связи. Также проведут неделю моды «Ульяновск Fashion Week». Начнем мы, как всегда, с детского блока. У нас заявлено более 20 производителей одежды, типа дизайнеров, которые представят детскую одежду и подростковую. И красивая вечерняя программа. И, конечно, вечерние показы тоже будут умиляющими, очень вдохновляющими. В рамках форума пройдет и крупнейшая байерская сессия для региональных брендов одежды с участием лучших российских менеджеров закупок. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.